А звук? Еще кто-нибудь, кроме Эрзаила, напишите и звук, и видео. А остальные? Вы здесь люди или куда-то вышли? Хорошо. Добрый вечер. Я хотел сказать, что на свете бывают разные новости. Наверное, так. Есть новости, которые многим кажутся мелкими, несущественными. Но когда их читаешь, ну, у меня лично какой-то странный холодок проходит по коже. Потому что есть что-то мистическое в повторном в русской истории нападении на картину «Иван Грозный и царевич Иван», и сын его царевич Иван, Ильи Ефимовича Репина, которую мы знаем обычно под названием «Иван Грозный убивает своего сына». Нападение, которое случилось спустя век, практически ровно век, 105 лет назад, в 1913 году, приказчик по фамилии Балашов порезал лица главных героев картины кривым садовым ножом. И, не знаю, для меня, наверное, так проявляется смысл каких-то юнговских синхронистичностей. Такие новости, как будто лакмусовая бумажка, которая о чем-то говорит, о чем-то напоминает. И о чем-то очень важном, потому что вот в 1913 году 3 вертикальных разреза, а в этом году 3 продольных пробоины на картине. Ну, вы знаете, наверное, все, что 25 мая, перед самым закрытием Третьяковской галереи, что-то в 20:55, приезжий из Воронежа, дагестанец по происхождению. Ну, я могу врать, потому что беру сведения из ленты новостей. Родившийся, во всяком случае, в Дагестане человек с вполне русской фамилией, выпив водки, насколько я понимаю, до прихода в галерею, он взял стойки, которые должны были не разрешать посетителям подходить раньше, взял стойку, и эту стойку кинул в картину, расколотил стекло разрушило драгоценную раму, а обрезки стекла порезали картину. А почему вообще люди нападают на картины? Что происходит с человеком, который, ну, пусть выпив водки, нападает на живопись? Это называется вандализмом, но и, конечно, является уголовным преступлением. Понять бы только, почему. И это понимание «почему», оно в действительности очень важно для понимания, как мне кажется, нашей культуры власти вообще, того, что происходит в нашей стране, и то, что в ней является самым опасным. Ну да, конечно, эта рюмка водки тоже является одно из самых опасных вещей в нашей стране. Как бы образуя вот эту причудливую картину синхронистичности, совпадения. Ну, вот это повреждение Балашова 1913 года. А это повреждение нашего последнего героя 2018 года. Вот Яфая пишет. Нападают, потому что страшно. Не. Нападают не потому что страшно. Если правда страшно, человек не нападает, убегает. И моська, которая знать сильна, что лает на слона, тоже на самом деле не существует. По моему глубокому убеждению, и, между прочим, по убеждениям этологов тоже. Я сначала хочу дать какой-то такой предельно простой и ясный ответ, который я на самом деле много раз уже давал. Точнее говоря, в действительности его давным-давно дал Балашов. Это 1913 год, вот те первые три пореза. Я даже вот портрет могу его показать. Портрет показываю, между прочим, специально для психологов, знающих тест Зонди, который мы неоднократно вспоминали здесь в эфирах, потому что тест Зонди или Шонди – это фотопортреты преступников, и вот этот портрет Балашова, приказчика Балашова, порезавшего Ивана Грозного, он абсолютно точно прямо подходит к той части колоды с Зонди, на которой портреты эпилептиков. Он планировал это нападение и бросился к картине со словами «не надо крови» или «довольно смертей, довольно крови». Отец Балашова, между прочим, был богатым иконописцем московским. А Балашов регулярно приходил, был частым посетителем Третьяковской галереи, поэтому особого внимания к нему никто не проявлял. Так вот, Балашов сейчас я поищу. Совершал почти магический акт. И врачу-психиатру, под наблюдением которого он находился, папа, кстати, буквально через 3 дня, по-моему, забрал его из лечебницы. Так вот, он на самом деле все четко объяснил. Может быть, весь ужас последнего нападения заключается в том, что господин из Воронежа, он ничего объяснить уже не мог. Вот это ужасно в наше время. Я считаю, что Балашов в этом смысле был куда менее страшен. Он объяснил врачу, цитирую, что изрезал картину, потому что она была для него, слушайтесь только, натуральным показателем семейного разлада, который он переживал в своей семье. И, бросаясь на картину, он думал уничтожить свой собственный семейный разлад. Он боялся, что властный отец-иконописец, который твердо знал закон Божий, скоро его убьет. И это самое важное и самое показательное вообще в вандализме по отношению к произведениям искусства. Произведение искусства никто из вандалов, по крайней мере, вандалов-психопатов, которые не в состоянии ничего объяснить, на самом деле не уничтожают. Они бьют зеркала. Балашов видел в потрясающих репинских образах себя и свою семью, свои собственные отношения со своим властным отцом. И уничтожал он свой собственный страх. Он совершал магический акт, который позволял ему справиться с конфликтом в собственной семье. Я думаю, что господин, который 25 мая набросился на картину, на ту же картину, никогда в жизни этого не осознает и не признает. Он набрасывался на самого себя, на свою собственную агрессивность, на свое собственное желание убивать. Кого? Да и кого угодно. Любого человека, который выше и значимее, чем он сам. Скорее всего, и это следующая проблема, связанная с этой новостью увеличительным стеклом. Скорее всего, он совершал много всяких агрессивных актов. Вряд ли, конечно, он кого-то убивал, иначе мы просто об этом бы уже знали. Да нет, просто он выпивал чуть-чуть, его аффекты растормаживались, и он наверняка участвовал в драках, бил там, не знаю, жену или детей, если они у него есть. Может быть, маму, может быть, папу, скорее маму. Дело в том, что Репин, правда ведь, гениальный художник. И на картине не момент убийства сына, на картине момент раскаяния, вины, на которую страшный царь вполне был способен. И, увы, пусть это пародийно, пусть ничтожно, но это чувство вины за то, что человек творил в пьяном виде, хорошо знакомо любому алкоголику. Я хочу сказать, что наш вандал страдает одной из главных болезней, главных проблем, правда, одной из главных проблем нашей психопатологии. Он страдает явной или маскированной формой эпилепсии. Только психические пароксизмы, которые случаются с ним, они выражаются в виде агрессивных приступов. И, конечно же, царь Иван был царем-эпилептиком. И, конечно же, большую часть решений, в том числе решения, большую часть его самостоятельных решений он принимал под влиянием импульсов. Ну, вот таких же импульсов, которые описывает этот человек из Воронежа, который бросил стойку в картину. Оправдываю ли я его? Да, Боже меня упаси. Я хочу сказать, что эта проблема, проблема импульсивного поведения, особенно импульсивного поведения в пьяном виде, это проблема всей нашей страны. И когда наш первый президент вел себя подобным образом, это было проблемой всей страны. Мы перестали замечать эту проблему, если хотите, правильно она называется, ларвированной, маскированной эпилепсией, но на самом деле связана с неврологическими расстройствами. И появившиеся у нас потихоньку, несмотря на то, что, слава тебе, Господи, оружие в нашей стране запрещено, эта проблема, она проблема стрельбы в школах, она связана с тем же самым, с раздражительной слабостью, с неспособностью человека справляться со своими собственными эмоциями. Психиатрия так увлеклась шизофренией, что, скорее всего, и этому человеку где-то там в больнице поставят психопатоподобное поведение, какие-нибудь атипичные шизофренические расстройства. Но вылечить их психотропными препаратами, нейролептиками, невозможно. Да и одних препаратов мало, потому что человек этот должен научиться все-таки наблюдать за собой и контролировать свои собственные эмоции. Тоже одна из наших проблем, потому что я уже читал где-то в интернете вот эти вот страшные или замечательные слова на тему: ну, выпил мужик перед Третьяковской галереей. А кто ж туда трезвый вообще ходит? Ну, разве это все кому интересно в трезвом виде? Я для старшего поколения. Райкин с Жванецким все вспоминаются. Это в греческом зале, Только там был тихий алкоголик, достаточно милый. А эти люди, не способные контролировать свои эмоции, и, конечно, он почувствовал в царе своего, по той простой причине, что это же была главная проблема Грозного. Чего я вспоминаю в таких случаях? Ну, самое главное, своеобразную и истовую религиозность Грозного. Вот он. Я, между прочим, с давних времен держу дома бюст царя, поскольку, мне кажется, все наши беды и все особенности власти в нашей стране, они все начались с этой страшной фигуры. Помните, наверное, что богослужение царя в зрелом возрасте, речь идет о временах ведения опричнины и, самое главное, во времена разрыва Ивана Грозного с избранной Радой. Как вы помните, избранная Рада – это коллектив людей, как мы бы сегодня сказали, которые давали Грозному советы в то время, когда он был юн. Таким образом, в его молодые годы, а он правил Русью Великой с 4-летнего возраста, а главными членами избранной Рады были митрополит Макарий, Курбский, Адашев, протопоп Сильвестр, как бы умнейшие люди своего времени. И я принадлежу к числу тех людей, которые считают, что, надо сказать, что это солидная компания. Георгий Петрович Федотов, Соловьев, Ключевский, Карамзин. В общем, так считают многие. Когда влияние избранной Рады на него закончилось, и он рассорился с ними, Россия заплатила, Русь заплатила великую цену за самостоятельные решения царя. Дальше были одни сплошные провалы. Так вот, я не знаю, что вспомнить в этой связи, но вспоминаю все время богослужения. Потрясающие богослужения Ивана Грозного, которые в целом в те годы, ну, скажем, в 60-е годы XVI века, его богослужение занимало 9 часов в день. При этом есть многочисленные свидетельства, что приказы о казнях и пытках отдавались прямо в церкви. И царь, немедленно отдав приказ о казни, он немедленно вставал на покаяние. И Георгий Петрович Федотов писал по этому поводу, что, не отрицая покаянных настроений царя, нельзя не видеть, что он умел в налаженных бытовых формах совмещать зверство с церковной набожностью, оскверняя саму идею православного царства. Так что для меня Репин точен, поразительно точен, по той простой причине, что показывает Грозного царя и сына его Ивана убивал, пытал и немедленно каялся. Периодически почти целый день проводил в храме за этими славными занятиями. Так и думаешь, ну хорошо, хоть убивают мало, воруют много. Ну, воруют и каются, каются и воруют. И этот архетип И этот, видимо, типичный представитель, молодой человек, относительно, что-то ему около 40, из Воронежа, который швырнул стойку в картину, видимо, тоже натворит. И кается. По крайней мере, испереживает чувство вины. Потом опять напивается, опять выкидывает что-нибудь, потом опять испытывает чувство вины и пытается исправить содеянное. Только иногда вещи случаются, как вы видите, непоправимые. Как бы все становится очень страшно, когда правление лишается вот этого удивительного органа, на самом деле, работу которого вокруг царя стоит изучать, который назывался избранной радой. Но только и Курбский, и протопопы умели смягчать бурный норов царя, который был бурным и необузданным с детства. Когда он остался один, смягчать стало некому. И опричники, вы знаете, выступили против Новгорода. И Малюта Скуратов лично задушил митрополита Филиппа, отказавшегося благословить поход на Новгород. И, в общем, не буду я вам об этом рассказывать, но, во всяком случае, в Новгороде первое, что уничтожал царь, были священники. Что-то около 500 священников было посажено под арест, монастыри захвачены. Он отстоял службу, через несколько дней приехал царь, отстоял службу в Софийском соборе и потом объявил мародерство. Своих пытали, били, поджигали, а потом сбрасывали прямо в Волхов. Если кто выживал, то того палками заталкивали под лед. Царь, говорят, наблюдал за всем этим, но много раз уходил в Софийский собор каяться. Там я уже про истории про жен, которые могут оказаться слухами, конечно, не рассказываю. И сейчас у нас как бы что-то такое говорят о том, что есть богатые люди, которые требуют убрать оболгавшую царя картину в хранилище Третьяковки. А картина потому и знакома каждому из нас, потому что она архетипическая. Она о потере контроля над собой. Главной беде и нашего народа, и нашей власти. XVI век на Руси еще можно понять, потому что, помните, если кто-то был или слушал, даже не знаю, нет возможности, но, наверное, какую-то возможность мы предоставим, пусть даже платную, недорогую. Когда я рассказываю об античном искусстве, я всегда вспоминаю об аре, это гомеровское слово, которое обозначает священное безумие, практически ту же самую эпилепсию. Когда боги хотят влиять на людей, они помрачают им рассудок, мутят, и человек что-то совершает, совершенно не понимая, зачем он это сделал, почему, от чего. Это типичный пароксизм психической эпилепсии. Отрезвый он или пьяный, в общем, особо радикального значения не имеет. И эпилепсия тогда же, в те времена, во времена Древней Греции, в античности, да и, конечно же, на Руси второго тысячелетия нашего века в народе считалась священной болезнью. И царь, конечно же, представителем Бога на земле, поэтому помутнение его рассудка, они говорили о многом. Вся эта история как будто снова и снова нас предупреждает о необходимости учиться контролировать себя, о том, что не может власть, даже если вдруг она начинает заболевать манией величия и считать себя представителем Бога на земле, принимать импульсивных решений, слишком много крови проливается в результате. Я не знаю точно, что было причиной психической эпилепсии у Грозного. Возможно, это был сифилис, как предполагают многие. Возможно, чистососудистые расстройства, которые нарастают с возрастом и при перегрузках, особенно при психических перегрузках, все больше и больше усиливают подозрительность и ощущение страшного все большего и большего количества врагов вокруг себя. Но этого мало, потому что те же самые сосудистые расстройства, если на них не обращать внимания, приводит к импульсивным решениям в политике и в жизни государств. Просто для меня это какой-то такой звоночек, потому что это как будто предупреждение, маленькое предупреждение о том, что мы стоим на каком-то краю, в котором страшную суть событий и огромное количество крови будут определять импульсивные решения очередных царей Иванов, которых не будет контролировать никакая избранная рада. Почему для меня это звоночек, почему я решил поговорить об этом? Ну, наверное, потому, что дело было в 1913 году. И совсем скоро начнется Первая мировая, следом за ней Великая Октябрьская революция. И логику никто проследить не сможет. Большая часть решений будет импульсивной, и лишь ария, по всей видимости, тоже страдавшего маскированной эпилепсией Распутина, будет как-то направлять царскую семью. Не знаю, может быть, только для меня одного это служит каким-то таким знаком, требующим предосторожности, такой синхронистичностью, звучащей через века. И самое главное, когда разговариваешь с пьющими людьми, особенно разговаривающими всерьез, особенно обсуждающими эту тему всерьез, мы пьем для того, чтобы почувствовать себя собой, для того, чтобы растормозиться, для того, чтобы не чувствовать себя униженными. И это все чаще и чаще оборачивается чем-то вот таким, дай бог, чтобы вандализмом, а не задеванием посохом с острым концом виска собственного сына. Многие утверждают, что это тоже ложь. Ну, в конце концов, это описание Карамзина. И я почему-то Карамзину верю. Ну, наверное, потому что еще в юности прочел его историю российскую. Как-то вот так. Видите, сколько тем, как паучки, сплетаются в одном мелком человеческом поступке. Картину восстановят. Говорят, что реставраторам повезло, что это репинский холст, потому что Репин писал на грубых холстах, которые можно восстановить, по крайней мере, нарастить. Я думаю, что эта история займет годы, и годы перед нами не будет этого зеркала, потому что в нем для меня какое-то страшное предупреждение, страшное репинское предупреждение обо всем, о застенках НКВД, где охранники напивались и стреляли за ночь по 50 человек. В общем, сейчас уже даже не хочется этого перечислять. Какое-то предупреждение об импульсивности и о желании мочить в сортире. Своих же. Свой же Нижний Новгород, Псков. Неистребимое абсолютно. Особенно если туда добавить водки. Не проблема русского пьянства волнует меня. Во многом многие, кто считают, что у нас не самая страшная статистика в мире, в целом правы. Меня волнует проблема реакции на эту самую рюмку водки, которую ты выпил перед Третьяковкой, поскольку фиг ли там трезвому делать. Ну и, конечно, какое-то мучительно страшное несоответствие. Взаимоотношений человека и культуры. Вот у нас есть предприниматель Бойко Великий, владелец большого подмосковного молочного холдинга. Ненавидит шедевр Репина. Его порадовало нападение вот этого самого господина из Воронежа на полотно Иван Грозный и сын его Иван. Почему? Ну, вот потому, что он считает, что великого русского царя оболгали. Туда картине и дорога, все русские люди, кто знает свою историю, это я цитирую слова бизнесмена, понимают, сколько Иван Грозный сделал для процветания России. Он же присоединил большинство земель, из которых сегодня нефть качают. А вместо «вот мы сидим, едим, пьем и не поминаем Иоанна Васильевича и других предков, кто нам все это обеспечил». А вместо этого смотрим на подлое вранье большевика Репина, потому что что тут жалеть? И мы будем выступать за то, чтобы ее не возвращали в Третьяковскую галерею. Как исторический факт борьбы революционеров с православной монархией, она имеет право на существование. Я хочу сказать, что мы все готовы забыть за присоединение земель, из которых нефть качают. Самое ужасное, когда владелец молочного подмосковного холдинга не понимает другого, когда для него нефть и земли важнее, чем люди, чем те самые предки, которых в течение веков истории российской уничтожали просто пачками. И как это легко первым показал Иван Васильевич, который грешил и каялся. Как-то, но дело даже не в истории. Репин написал великую картину о чувстве вины. Одну из самых великих русских картин. Мы, наверное, когда говорим «русская живопись», что мы вспоминаем? Мы вспоминаем «Трех богатырей» Васнецова. Возможно, кстати говоря, его же портрет Иоанна Грозного. Репина, Иван Грозный и сын его Иван. Ну, может быть, демоны врубили. Может быть, трех медведей Шишкина. Может быть, еще грачи улетели. Ну, я говорю, что то, что лежит ближе всего, правда, к восприятию, то, что, возможно, точнее всего отражает наши русские архетипы. Главное вовремя покаяться, а убивать, разрушать, убирать, прятать. Можно все, что угодно. Вот этот разрыв между нами и культурой, мне кажется, каким-то таким пропастью такой, пробелом. Не нравится бизнесмену картина? Убрать. такой противненький, конечно, но национальный симптом, с которым почему-то, и что очень важно, по-моему, никто не борется. Возможно, потому что с ней бороться, с этим отсутствием контроля. Контроля народа над властью, властью над самим собой, над самой собой. По божественному промыслу все делать импульсивно, как делал это великий царь Иван. Я думаю, что и господин Бойко, он тоже так ненавидит картину по каким-то тем же самым причинам, поскольку все ищет в себе право казнить и миловать, или потому что сам, кто его знает, может быть, тоже склонен к агрессии. Ну, к этому, вот к этому бесконечному процессу воровать и каяться, бить и каяться. Чувствовать себя начальником и ходить каяться. Я уж не знаю, покается ли господин из Воронежа, но я думаю, что дело такое, никуда не денешься, все равно же на суде каяться придется. Ну и все, наверное, на этом. Скайп был включен, как-то особых разговоров в наших вебинарных окнах я не вижу. Так что обращайте внимание на новости, над которыми можно задуматься, потому что туда, к этим мелким и кажущимся не таким страшным событиям, обычно сходятся все нити и истории, и культуры. Синхронизм и есть синхронизм. Спасибо всем. Спокойной ночи.